В 2011 году дельфин по кличке Уинтер подарил миру вдохновение. Мы собрались здесь благодаря удивительному животному и моей лучшей подруге. Надеюсь, вы ее любите так же сильно, как я. Этой осенью. Когда прибудет грузовик, должен быть слышен только один голос. Мой. Сойер, будешь со мной рядом. Мир подарит ему. Это они. Так, всем приготовиться. Надежду. Какая крошка. Она коченеет. Ей надо в воду, срочно. Теперь остается только надеяться. Назовем ее Хоуп. Надежда. По мотивам новых реальных событий и истории Хоуп. От продюсеров «Невидимой стороны». История дельфина 2. Обожаю эту рыбу! Это не рыба. Похоже на рыбу, пахнет рыбой. Скоро на экранах.